Обсудить бытовые вопросы, предложить помощь и просто поговорить по душам. Депутат Юлия Яшкова встретилась с семьей мобилизованного химчанина. Мария проживает с двумя детьми и говорит, что получает всестороннюю помощь. В частности, семье предоставили льготы на бесплатное школьное питание, продленку, кружки. Само мне не пришлось там бегать, искать, звонить, просить. То есть мне прям звонили и предлагали все. На каждый праздник тоже, когда Пасха была, куличи развозили, было приятно. Когда крещение было, святую воду нам привозили волонтеры. То есть прям забота максимальная, очень приятно. В этот раз для старшего ребенка Марии подготовили отдых в детском оздоровительном лагере. А еще подарили детям канцелярские наборы в рамках акции «Собери ребенка в школу» партии «Единая Россия». Мы стараемся ни одну семью не оставить в стороне. Стараемся постоянно оказывать всяческую посильную помощь. Очень много общаемся, узнаем, какие нужды. Вот 2 августа ребенок уезжает в детский лагерь, который предоставили, потому что папа мобилизован. В Химках семьям мобилизованных оказывают всестороннюю помощь. Устройство ребенка в детский сад, бесплатное питание и кружки для школьников, психологическая поддержка, трудоустройство, юридическая помощь и многое другое. Центр помощи семьям мобилизованных расположен на улице 9 мая, 18-Б. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.